Я вітаю глядачів програми «Акценти». 6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні стандартів ЄС стосовно гуманного ставлення до тварин. Нагадаємо, запрацювати цей закон має за 3 місяці після його публікації, тобто вже у листопаді поточного року. Як він захищатиме права тварин та про те, що небайдужі запоріжці роблять щодня для чотирилапих друзів, поговоримо сьогодні в «Акцентах». Я рада вітати моїх гостей. Це Яна Самура, представниця громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга», та Сергій Натахін, директор КП «Побутовик». Я вас вітаю. Доброго вечора. І нагадую глядачам, що вони також можуть взяти участь у створенні нашого ефіру. Зокрема, поставити запитання нашим гостям можна за телефоном, який бачите на екрані. Також працюють месенджери. Крім того, пропонуємо відповісти на запитання сьогоднішнього ефіру. Чи рятували ви тварин? Відповіді так чи ні можна залишати за відповідними номерами телефонів. Всі контакти на екрані. Долучайтесь. Отже, пропоную розпочати саме із законодавчих змін, про які я сказала на початку програми. Розкажіть, що зміниться для тварин і як, наскільки жорстким стане покарання для тих, хто порушує цей закон? Ну, як правильно ви сказали, президент прийняв новий закон, Верховна Рада проголосувала більшістю голосів. Це закон 2351. Он довольно обширный и касается как домашних животных, так и бродячих собак, котов, и вообще как бы диких животных. Я не буду его весь перечислять, но если взять там конкретные тезы с этого закона, то, например, усиливается, во-первых, этот закон вносит изменения как в Уголовный кодекс, в Административный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Это говорит о чем? О том, что наказание теперь за жестокое обращение с животными увеличено в несколько раз, как в административном порядке, то есть это штраф от 1000 до 3000 минимальных необлагаемых заработных плат, либо 3 года ограничения свободы. Если эти действия произведены в присутствии малолетних, то есть детей, там, mm-hmm. еще, там, то вплоть до уголовной ответственности от 5 до 8 лет. Это если с особым цинизмом, жестокое обращение с животными, там, избили, там, побили, поломали там, и все остальное. Mm-hmm. То есть на этот момент уже теперь наступает уголовная ответственность. В этом законе также предусмотрено, что, например, вот, даже домашних своих питомцев мы не можем держать в машине, если температура превышает плюс 20 градусов или уменьшается до плюс 5. То есть ниже mm-hmm. мы уже не имеем права держать собаку. Это считается, что мы над ней, ну, как бы, издеваемся. Плюс к тому, допустим, раньше, если мы видели, что некоторые вот граждане со своими собаками приходят к магазину, возле магазина привязали mm-hmm. и пошли в магазин, собаку оставили. Этим законом запрещено теперь это делать. У собаки, даже если она выполняет функции сторожа, то есть должен быть поводок не менее 10 метров длиной. Если мы выгуливаем свою собаку, и она может каким-то образом навредить окружающим людям, то собаку необходимо водить только на поводке. И есть определенный перечень пород собак, которых надо водить вообще в наморднике. Намордник mm-hmm. должен быть и поводок. И за этим сейчас будут очень жестко следить. Пані Яну, вы как зооволонтерка, как ставитесь до этих змін? Ну, естественно, положительно. Mm-hmm. Вот, поскольку данный закон приближает нас, да, вот, к европейским каким-то нормам и стандартам, ну, естественно, у меня, как у простого жителя города и у большинства других людей, будет возникать вопрос о том, кто действительно будет за этим потом следить. То есть закон хорошо прописан. Да. То есть механизм mm-hmm. реагирования на определенные случаи, которые будут возникать. Ну, например, там кто-то оставит привязанную собаку возле магазина. Что делать? Делать простому человеку, бабушке, там, я не знаю, кому угодно, да, вот куда звонить, грубо mm-hmm. говоря. Какой номер телефона? К кому обращаться? На это будет реагировать полиция, либо какой-то специально уполномоченный орган. То есть кто будет... Вот этот механизм, он всегда, знаете, вот практический, да, он всегда интересует больше, чем то, что прописано. Прописано все хорошо. Это действительно так. И надо отдать должное и депутатам, всем, кто проголосовал за этот закон. Ну вот посмотрим, как оно будет реализовано. Ну, до речі, ситуація, коли недбалі господарі викидають своїх домашніх улюбленців, у Запоріжжі трапляються постійно. От днями навіть журналісти розповідали нашого телеканалу,
телеграм-каналу про випадок, який трапився у Комунарському районі. Там під одним з будинків у коробці кинули напризволяще 7 кошенят, де зараз малюки. Наші журналісти поцікавилися їхньою долею. Давайте подивимося цей матеріал і поговоримо далі в студії. Прошу сюжет. Такі жалісні співи минулого тижня почули мешканці одного з будинків у південному мікрорайоні під Сходами. Виявилось, що там у коробці хтось покинув 7 кошенят. На вигляд малечі близько 2 тижнів. Вони починають ходити, вже відкрили оченята та постійно кличуть маму. Їх нам підкинули десь кілька днів тому, причому підкинули без мами, тому годувати їх нікому. Я дзвонила волонтерам, я намагалася, щоб, можливо, їх забрали, чи ветеринару, але волонтери не змогли, на жаль. Але вони мене проконсультували, як їх годувати. Я не знала, що не можна молока, але я здогадувалася, що, мабуть, маленьким не можна. Мені сказали, що можна суміш. Ми придбали суміш, ось 4-5 разів на день ми виходимо і годуємо. Пухнастики тут різних кольорів – руді, чорні, чорнобілі та коричневі. Вони сині, вони здорові, гарні кошенята. Якщо хоч одного-двох хтось забере, це вже буде велика перемога. Звичайно, ми дуже турбуємося, ми переживаємо, що вже холодно, по-перше, і вночі холодно, вони можуть змерзнути. По-друге, тут є собаки, і ми намагаємося якось відгородити їх, щоб вони їх не згризли. І, по-третє, вони трохи підростуть, вони почнуть влазити вже на дорогу. А тут автівки. Коли в школу йду, прихожу їх, питаюсь, з піпетки кормити. Я хочу, щоб вони поскорее знайшли дім. До речі, Марк має улюбленця. Одному з рудих гусанів він вже дав ім'я. Щоправда, до себе взяти не може. Тому мама хлопчика обіцяє майбутньому господареві подарувати лоток та наповнювач для нового члена сім'ї. А ще забезпечити малечу кормом на місяць. 3 дні тому цим кошенятам вдалося тимчасово знайти прихисток. Їх до себе забрала зооволонтерка Любов Сер'ян. А вчора у них з'явилася і тимчасова мама. До речі, теж знайда. Цю кольорову кицю разом з її кошенятами покинули минулі господарі просто у сумці у під'їзді. Котята без вірусів, у них не закисають глазки, у них немає поноса, у них отличний апетит. Вони кушають 4 рази в день смесь, плюс возле мамки лежать. Мамка, яка, в принципі, безмолочна, але вони хоча б її согрівають, і якийсь ефект сосання у них відбувається. Це вже добре. Через тиждень вони будуть у мене проглістовані, це обов'язковий процес, тому що немає мамки, яка рядом з ними. І через 3 тижні перша вакцинація. Окрім цих 6 кошенят, за 3 дні у Любові з'явилося ще 12 вусанів. Кошенята різного віку та 2 дорослі киці. Їх вже простерилізували. Щоправда, хоч у Любові нині чимало вусанів, яким треба знайти дім, будь-кому їх не віддає. Я из дома котят не отдаю, я отвожу лично на адрес. То есть я приезжаю на адрес, я знакомлюсь с людьми, я могу с собой взять несколько котят, если они хотят познакомиться. Если люди не хотят, чтобы я заходила в квартиру, я не буду заходить, потому что это частная собственность, это такое дело. Но приезжая на квартиру, я смотрю на человека. Если человек мне не нравится, я развернусь и уеду. Даже если мы договорились, что я привезу им котенка, я еду обратно. В какие пчегири я не поехала в этот день. Такое очень часто бывает. Бывает, по телефону звонят прямо такие, все такие любезные, такие песни льют, и котята это приезжаешь, там собака на короткой цепи, в дворе там миска с пустой, вообще пустая грязная миска, и они просят у меня, допустим, котенка. Ну куда? Если вы не ухаживаете за одним животным, куда? Якщо ви бачите себе дбайливим та надійним господарем для одного з цих красенів та красунь, телефонуйте за номером, який зараз бачите на своїх екранах. І нехай малюки знайдуть затишний та люблячий дім. Марина Клюєва, Ілона Скидан, Ілля Гірник, Артем Тімченко. Телеканал Z. Повертаємось в студію акцентів. Я нагадую, що глядачі також можуть долучитись до створення нашого прямого ефіру та поставити запитання гостям, а і також взяти участь у нашому опитуванні. Чи рятували ви тварин? Так звучить сьогоднішнє запитання. Відповіді так чи ні, залишайте за відповідними номерами телефонів. Вони на екрані. От, до речі, чи передбачена якась відповідальність за от такі ситуації, коли тварин підкидають на чужу територію? Це часто трапляється. Ну, відповідальність, звісно, присутствует, и как бы чужая территория, нет чужой территории, закон действует как бы по всей территории Украины. То есть, куда бы вы ни подбросили кота, вы все равно, или собаку, вы все равно будете за это отвечать.
То есть либо это будет админответственность, либо это уголовная ответственность, в зависимости от того, грубо говоря, что с этим животным случится. Если оно умрет, то и вас как бы найдут, установят, кто это сделал, то будет привлекать к уголовной ответственности. Угу. Если, ну, как бы вот как в данном случае нашлись добрые люди, я считаю, что если бы побольше таких было бы людей, у нас бы, наверное, меньше было и бродящих вот этих котов, собак и всего остального. Поэтому, ну, как бы відповідальність буде належати від того, який був зроблений вчинок. Угу. Що ви порадите, от, наприклад, ви як зооволонтерка, якщо от людина знайшла таку тварину на вулиці, от які перші кроки, що робити? Ну, во-первых, нужно понимать, что не все люди готовы, найдя животное, забирать его в дом. Угу, к сожалению, но мы должны признать этот факт. Мы не можем заставить человека забрать это животное. Да? Нет у нас такого механизма. Человек нашел, он может проинформировать о том, что он нашел это животное, как чаще всего и случается. Волонтеров, зоозащитников. Естественно, волонтеры и зоозащитники, они уже обвешаны как гирляндами этими животными. Да? У каждого, ну, квартиры и дома не резиновые. Невозможно забрать всех животных с улицы. Как бы тебе жалко ни было, но ты ограничен. У каждого волонтера есть семья, да? Угу. Есть какие-то определенные ресурсы, рамки, даже ресурсы финансовые, да? Поэтому, когда человек находит животное, конечно же, вот нам звонят, и мы говорим людям, чтобы они максимально включились в помощь этому животному. Да? Мы со своей стороны, как волонтеры, можем помочь информировать, да? Там, разбросать информацию в зоозащитные какие-то группы, информационные, на какие-то информационные порталы. Рекомендуем людям сделать хорошее фото этого животного, разместить объявление на OLX, чтобы можно было найти потенциальных хозяев. Да? То есть максимально задействовать те ресурсы, которые есть. Ну, опять же, надо исходить из той ситуации, какое животное находится. Если оно, допустим, пострадавшее, если животному требуется немедленная ветеринарная помощь, то, естественно, ни о каких объявлениях о поиске хозяев речи не идет. В первую очередь животному нужно оказать ветеринарную помощь, то есть доставить в какую-то клинику на осмотр к врачам, возможно, помещение в стационар, операцию и так далее. То есть тут надо исходить из каждой ситуации индивидуально и конкретно смотреть на каждый вот такой случай. Конечно, когда находятся вот такие вот котята, спасибо, да, вот людям, волонтерам, которые могут, несмотря на свои ограниченные ресурсы, забрать, выходить, потому что есть опыт. Да? Спасибо тем людям, гражданам, которые нашли, и, возможно, для них это первый шаг. Но они его сделали, они забрали этого котенка домой, возможно, пристроили кому-то из своих знакомых, возможно, дали объявление, нашелся хозяин. Они сделали этот шаг, и их за это, ну, по сути, можно поблагодарить, да, потому что они не прошли мимо. Но даже если они просто проинформировали волонтеров, разместили информацию, сделали от себя все, что возможно, я считаю, что такие люди тоже должны быть, и им нужно быть вот, признательными за то, что они не остались равнодушны. Потому что, ну, по сути, равнодушие — это самое страшное, что у нас может быть. Конечно, когда в день поступает очень много звонков, мы нашли щенка, мы нашли котенка, мы нашли собачку сбитую, мы нашли того. Но, естественно, у волонтеров, ну, повышается уровень агрессии, вполне как бы обоснованно, да, учитывая, что они обросли сами уже этими животными. Но тут надо просто объяснять людям спокойно, не критиковать их, а дать им вот необходимую информацию, необходимый ресурс, чтобы они могли сами эту ситуацию как-то решить. До речі, маленькі пухнасті знайдені дивина для працівників ботанічного саду. Там регулярно підкидають тварин під двері цього закладу. А от працівники стверджують, що все ж таки ботанічний сад – це для флори, а не для фауни місце. Давайте послухаємо їхні коментарі і повернемось в студію, поговоримо. Прошу пряму мову. Це для нас дуже велика проблема і дуже актуальне питання. По-перше, всі працівники закладу люблять не тільки флору, але й фауну. Але ж за призначенням, згідно статуту, ми ботанічний сад. І ті кішечки, ті собачки, яких нам підкидають, іначе не скажеш. Люди йдуть на роботу і кидають через паркан коробочці, або так викидають, і в пакетиках, як завгідно. Закидають сюди нам своїх тваринок, які в них народилися. Вони дуже маленькі, бувають всякі, дуже хворі. І ми їх лікуємо, ми їх кормимо, бо ми не можемо повторити
те ж саме викинути, тому що це жива істота, тому що, ще раз кажу, що ми всі дуже любимо тваринок, і тому ми їх у себе зберігаємо. Як можемо, комусь роздаємо, ми їх прививаємо, але ж вони наносять і шкоду рослинам. Якщо звертатись, то хто може, хто любить, візьміть собі хоч одну якусь тваринку, чи кошечку, чи собачку. Якщо хтось може допомогти з продуктами, з кормом, ми завжди вдячні. Ну, а третє – це свідомість містян, які тут живуть, щоб, по-перше, подумали над тим, як жити далі, як виховувати своїх дітей, онуків. Якщо ти дозволяєш собі таке варварство, я іначе не називаю, це варварство. Живу тваринку взяти і викинути. І звідки ти знаєш, тут її підберуть чи також її викинуть? Так же? От. Тобто, люди добрі, начніть із себе. Дуже прошу, думайте над тим, що ви коїте. А ми повертаємось в студію «Акцентів», де сьогодні говоримо про захист прав тварин. Якщо маєте запитання, озвучуйте їх у прямому ефірі, контакти на екрані. От, до речі, чи згодні ви з тим, що таке явище, як от вуличні тварини, слід попереджати? Це ефективніше. Тобто проводити якусь роз'яснювальну роботу, можливо, карати за неконтрольоване розпліднення домашніх тварин? Що ви цього ми вже не перший год зараз проводимо уроки доброти, так називаємо, і ваш канал неоднократно нас знімав. Ну, мы считаем, что это надо начинать вот еще со школьной скамьи, и именно не со старшеклассников, а где-то вот четвертый, там, пятый класс. Им интересно, они это смотрят, они слушают, разъяснять им. У нас есть специальные брошюрки, которые мы раздаем им, где написано, как надо обращаться с животными, что надо делать, как надо делать, все это. И я понимаю так, что вот с такого возраста и надо заниматься этим вопросом для того, чтобы у нас не было вот таких вот вопросов, что там выкинули, подкинули и тому подобное. То есть люди должны понимать, что если вы берете собаку или кота, или еще какое-то животное, вы берете на себя очень большую ответственность. Это практически как, ну, тот же самый ребенок, только он не разговаривает, он не может сказать, что у него болит, как у него болит там, и все остальное. Но это живое существо, которое, ну, как вот говорят, собаки – это последние ангелы, которые остались с человеком на земле. Вот приблизительно так надо к ним относиться. Яна, у вас есть еще додати? Ну, я могу сказать, что без жесткой системы штрафов добиться вот этого будет очень сложно. Потому штрафовать самое за выброшенное животное. Угу. Неважно, котенок, щенок, собака взрослая, не имеет значения. Вот когда будет жесткая система штрафов, вот тогда человек 30 раз подумает, выбросить ему или не выбросить. А пока этого нет, конечно, ну, камеры не везде есть, да? Угу. Так даже если камера где-то заснимет человека, очень сложно, ну, доказать, если он придет, допустим, в курточке в черной, да, вот на камере, ну, как ты узнаешь, кто это подбросил, да? Это угу. Очень сложно идентифицировать, и кто это, по сути, этим будет заниматься. Вот. Поэтому, конечно же, тут все должно быть, вот знаете, в тесном взаимодействии. Но вот я абсолютно согласна, что работать на предупреждение нужно. Это вот особенно с молодежью, с подрастающим поколением. Вкладывать в умы и сердца вот деток гуманное отношение к братьям нашим меньшим. И тогда мы будем видеть какие-то изменения. Когда меняется сознание, тогда меняется что-то вокруг. А як щодо обліку тварин, от домашніх тварин, скажімо, і неконтрольоване це розпліднення, чи допоможе це, можливо? Ну, от в Європі, прежде чем, ну, як тільки ви покупаєте собаку, ви її реєструєте. От нинішній закон, який був прийнятий в августі місяці, обов'язує, щоб домашня собака була з ошейником, і на цьому ошейнику були координати хазяїна, ну, тобто, як звати собаку, координаты, какой-то мобильный телефон, фамилия, имя, отчество хозяина, для того, чтобы даже если она потерялась, и кто-то ее нашел, то можно было позвонить и сказать, что, ребята, ваша собака у нас, приезжайте, забирайте. Угу. То есть, ну, без притульных тварин мы реєструємо. После того, как мы делаем операцию, ему вішают кліпсу, и он идет в базу, международная база, мы туда реєструємо. І вони домашніх собак, хоч і зараз тут обов'язали, ну, многі люди
уходят от этого. И поэтому, когда потом теряется собака, ее тяжело, во-первых, и хозяина найти. Вот я много мониторю интернет, где там потерялась собака такая-то, потерялась собака такая-то, помогите найти. Но таких собак и таких пород очень много, и как понимать, что это именно ваша собака? Вот для этого надо, чтобы на поводке, ну, на ошейнике у собаки было координаты хозяина, для того, чтобы можно было познать и сказать, что мы нашли вашу собаку, приезжайте забирать. Можно я дополню? Так, да? В идеале, конечно, было бы, если бы это было чипирование. Чипирование как домашних, так и бездомных животных. Потому что бывает часто, что адресник теряется. Снимают поводки, снимают ошейники. Либо собака сама теряет. Ну, мало ли, да, какая ситуация может произойти. Но когда животное привозится в клинику, той же полиции, например, да, то в клинике врач может прочипировать с холки, да, и понять, кому принадлежит это животное. Либо это хозяйское животное, либо оно принадлежит опекуну какому-то, да, который зарегистрировал, опять же, это животное вот под своей фамилией в базе данных это животное. Либо это животное, которое принадлежит какому-то приюту, организации и так далее. Часто возникает такая ситуация, когда животное сбитое, и оно в тяжелом состоянии. И вот чип, он помогает тогда найти, допустим, хозяина, чип. Потому что во время ДТП даже ошейник может слететь с животного, с адресником в том числе. А чип, он никуда не денется, он вживлен под холку. Поэтому, конечно, это идеальный вариант. Да? Мы к этому, как бы, конечно, должны стремиться, но как бы, правильнее бы было именно так. До речі, єдиний гуманний та дієвий спосіб зменшення популяції безхатніх тварин – це, звісно, стерилізація. Маємо коментар цього приводу від спеціалістки. Давайте послухаємо, поговоримо більше про це в студії. Прошу, коментар. Эта процедура весьма безопасна, вот, она благоприятно влияет на их здоровье, потому что животные старее не могут правильно балансировать гормоны, поэтому если вы не собираетесь заниматься разведением породы, то их желательно стерилизовать до 5 лет. И кошек, и собак. Проходит эта процедура под общей анестезией, удаляются полностью матка и яичники, то есть это полная стерилизация. Животное после этого не переживает течек, вот, не может забеременеть. И в принципе и гормональное состояние организма улучшается, и психологическое в том числе, потому что каждая течка для них – это сильный стресс для эмоционального состояния. Вот это действительно миф, рожать ей не обязательно, потому что никакого восстановления гормонов не происходит, а наоборот запускаются процессы, которые даже стерилизация в дальнейшем может не остановить. То есть после родов все равно могут образовываться и опухоли на молочных пакетах в дальнейшем, и гематометры, пиометры, то есть скопление жидкости в матке, которые поведут за собой уже не плановую, а экстренную стерилизацию с осложнением. Когда люди приходят с такими проблемами, что денег нет, а мы хотим простерилизовать, мы всех направляем туда, даем номер коммунального предприятия «Побытовик», и они уже становятся в очередь и в очередном порядке приходят на бесплатную стерилизацию. Мы уже около 3 лет занимаемся работой по этой программе. Вот, достаточно большое количество животных было простерилизовано, бездомных. Конечно, это приносит большой вклад и в город, в том числе, потому что животные не агрессивные. Когда сука не течет, то кобели тогда агрессивно на нее не реагируют. И поэтому мы таким образом исключаем нападение животных на людей и агрессии на улицах со стороны животных. Тривають акценти. До речі, щодо безкоштовної стерилізації вилучених тварин, вже згадала пані в коментарі, що можна звертатись до ОКП «Побутовик». Розкажіть, як це відбувається? Чи проводять зараз безкоштовну стерилізацію? Дійсно, у нас существує програма з 2017 року на безплатну стерилізацію безпритульних тварин. Як нам записатися? У нас є сайт КП «Побутовик». На цьому сайті є телефон, який з 8 утра і до 17.00 в робочому стані. Вы можете позвонить и записаться на бесплатную стерилизацию. Это касается котов, ну, кошек и собак женского рода. Но хотелось бы еще раз сказать для граждан, что мы стерилизуем только непородистых собак. То есть, если у вас породистая собака, вы ее купили, то как бы стерилизация это на вас. А мы, вот у нас в каждом районе есть волонтеры, которых есть там по 10, по 15, по 20 собак, которые хотят, чтобы их, грубо говоря, стерилизовали. Они их прикармливают, они там возле нее где-то живут рядышком.
Вот таких собак мы как бы стерилизуем, там кошек мы стерилизуем. Нам очень часто звонят там пожилые бабушки, дедушки, которые говорят, мы хотим там стерилизовать свою кошку. Угу. Все, вопросов нет, записываем, даем номер, и как бы как в номер их не подходит по очереди, мы звоним, говорим, что завтра либо за вами, за вашей кошкой приедет наша машина специализированная, либо если вы можете сами поехать в клинику, то везете в клинику, там стерилизуют бесплатно, вы ее забираете через определенное время. Ну, может быть, и сразу даже, потому что хозяева же там будут сами уже ухаживать. Угу. Вот как бы... И это вже, да, на протяжении 4 лет. До речі, щодо от перетримки тварин от до і після операції, це може лише волонтер взяти до себе тварину, чи будь-які бажаючі? Адже відповідальність, мені здається, більша, коли от тварина у такому стані після операції. Ну, смотрите, что касается работы КПП «Побытовик», я думаю, вам расскажет больше вот руководитель, угу. Да, по поводу именно условий передержки. По правилам 7 дней. По правилам, да, чтобы за животным можно было наблюдать, но не всегда возможно это сделать, если это уличное животное. Да, чаще всего именно кураторы, опекуны на месте берут на себя ответственность потом наблюдать за состоянием шва, да, за общим состоянием здоровья этого животного. Хотя, конечно же, в условиях улицы это, ну, это проблематично делать. Если волонтер, например, сам нашел животное, кошку или собаку, то, конечно, чаще всего волонтер забирает ее к себе, либо на к себе домой, либо там, к знакомым на передержку, да, договаривается и следит уже за состоянием. Вот, поэтому тут, опять же, ну, все по-разному. Угу. Ну, а наші журналісти вирішили поцікавитись думкою містян стосовно того, що слід робити з бездомними тваринами. Давайте послухаємо їхні відповіді. Прошу. Є притулки в Запоріжжі, коли їх можна відправляти. По-друге, їх чіпирувати треба, щоб менше стаї було, зграї цих. Ну, а втретє, люди, котрі тут, навіть у нас на площі Маяковського, вже є свої собаки, бездомні, вони вже знають нас, приходять, ми їх трошечки підкармлюємо. Ну, ось так от, тільки так. А давайте їх в приют, їх підкармлювати, ухажувати за ними. Помагаємо, кормимо, ухажуємо, смотримо за ними. Об'явлення, ну, в соцсетях, може, хто за ними. Бездомних тварин треба до приютів. Так, тварини хоч будуть, хоч якось їх будуть підкармлювати, тварини будуть жити спокійно. Не треба їх травити, нічого не треба. Наоборот, тварини – це добре, і у нас у самих дві собаки, ми за ними стежимо і все, і постійно спостерігаємо у лікарів. Я взяла у волонтерів собаку. Ця собака дуже добра. Звісно, треба не допускати їх так багато. Вони, коли в толпі, вони стають такі агресивні, і дійсно, це небезпечно, особливо от дітям. Я хожу з балончиком, треба їх стерилізувати. Потрібні якісь спеціальні заклади для цього, притулки, як це, тільки їх трошки побільше повинно бути. Можна виділяти якісь гроші на це, стерилізацію, во-первых, робити. И как все в Европе борются, то есть собаки, нужно как-то хозяев привлекать к этому, давать какие-то документы, и чтобы они знали, что за каждую собаку, кошку они несут ответственность. Тогда я думаю, что это как-то решится. Ну нельзя убивать, можно стерилизовать, но не убить, ни в коем случае. И просто если бы люди бы не покупали бы дорогую какую-то там кошечку, да, а брали бы с улицы. Искать для них, а тех, кто держит, чтобы не выбрасывали их на улицу. Вот что я считаю. Я считаю, что самое главное это то, что чтобы их не выбрасывали. Понимаете? А иначе я не знаю, как это все решить. Их сейчас столько много, этих животных, что уже это проблема просто. Повертаємо в студію, і ви ще маєте час відповісти на наше опитування та сказати, чи доводилось вам рятувати тварин. Отже, переважна більшість людей каже про притулки. Зараз, наскільки я знаю, в Запоріжжі є лише приватні притулки для тварин. Чи є перспективи, що їхня кількість збільшиться в Запоріжжі? Ні, ну перспективи, звісно, є, тому що в програмі записано о том, що в кінці цієї програми має бути построєн комунальний притулок для безпритульних тварин. И я надеюсь, что он будет, и как бы мы принесем еще больше пользы для города, когда будет такой притулок.
Пані Яно, вам є що додати стосовно притулків, ваше ставлення? Ну, смотрите, конечно, ситуация очень неоднозначная с приютами в городе, да, действительно, их очень много частных, передержек, мини-приютов, которые так называются по сути, да, возможно, для города нужен не столько приют, сколько европейского образца центр обращения с животными, где животные бы не просто свозились со всех районов города и кормились до конца своих дней там, да, а центр европейского образца, где бы животные могли быть использованы в той же канистерапии, по работе с детками с особыми потребностями, да, где бы этих животных, бездомных, которых считают, по сути, там, многие горожане, да, там, готовы их травить, готовы убивать, считают их ненужными вообще на улицах города, но эти же животные, если они обучатся, они же могут приносить реальную пользу нашим же горожанам, то есть деткам с особыми потребностями, в работе с паллиативными больными, с пенсионерами, которые находятся в гериатрии, да, то есть все это возможно делать, привлекать какие-то донорские средства, да, какие-то программы, те же уроки доброты, то есть вот такого плана центр, который действительно будет интересен горожанам, с хорошей площадкой для выгула, куда смогут приезжать люди и гулять с теми же собачками, да, возможно, какое-то кота-кафе, кота-заведение на территории этого центра обращения, то есть все это возможно сделать и сделать вот действительно хорошего качественного уровня. Можливо, але поки що це лише у планах, у мріях, так, да. Я розумію. Ми вже, до речі, маємо результати нашого опитування сьогоднішнього. Чи рятували ви тварин? Сьогоднішнє запитання звучало так. 77% сказали, що так, вони це робили. 22% сказали, що ні, не робили. Власне, що скажете ви, наскільки от свідомі запоріжці, можливо, з роками стають більш свідомими стосовно от у плані поводження з тваринами? Ну, от ви, як волонтерка, чи більше стає звернень до вас? От, чи більше людей знають про вашу роботу, можливо, це також показник того, що люди свідомі? Ви знаєте, обращення дуже багато обращень. І от для себе я можу відмітити, що дійсно люди, як говориться, гуглять. Да, люди интересуются этой проблемой. То есть не такие байдужие? Нет. То есть люди действительно, многие вот мои знакомые говорят, Ян, мы подобрали. Ян, посмотри, вот у нас котенок. Да, Ян, посмотри, там, возможно, это личный какой-то пример, да, наталкивает людей на какие-то вот такие поступки. Плюс, естественно, широкое информирование населения вот со всех сторон. Со стороны волонтеров, каких-то представителей зоозащитных организаций, коммунальных предприятий, да, то есть все капля по капле, вода камень точит. То есть в любом случае сознание людей меняется. Особенно хочется отметить, что вот молодежь стала более, такая, знаете, вот более осознанная, более активная в этом отношении. Кто-то работает с животными, кто-то работает с детками в больницах. Каждый находит для себя ту нишу, которая ему интересна. Но вот уровень осознанности действительно растет, ну, как по мне. Пане Сергію, от стосовно, наприклад, стерилізації, чи частіше стали звертатися містяни? Да, действительно, стали гораздо больше обращаться. К сожалению, не всегда у нас хватает денег, чтобы обслужить всех, но мы стараемся сделать так, чтобы удовлетворить каждого, кто к нам обращается. А насчет того, что стали ли добрее жители города Запорожья, ну, я вам могу сказать так, вот на своем примере. У меня в подъезде, кроме меня, у меня была собака, ну, есть собака, и больше в подъезде не было. На сегодняшний день, это вот за 3 года, грубо говоря, у меня в подъезде уже живет 6 собак. То есть граждане берут собак, они их любят, они их выгуливают, ухаживают за ними. Поэтому я думаю, что благодаря нам и благодаря вот волонтерам мы изменим ситуацию в лучшую сторону, и с каждым годом будет все меньше и меньше этих бродячих животных. Що ж, дякую вам, панове, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Сподіваюсь, ваші поради, рекомендації стануть в нагоді нашим глядачам. Успіхів вам і до побачення. До побачення. Я також можу прощатися з глядачами телеканалу Z, але не перемикайте канал, адже попереду підсумок дня у 18:00 рівно, а у 18:30 розпочнеться програма про головне. Якими є особливості нових карантинних обмежень, які запроваджені урядом з 20 вересня, і якою є готовність закладів охорони здоров'я до можливого стрімкого зростання кількості інфікованих. Про це та інше сьогодні у програмі. Залишайтесь у нашій компанії та затишного вам вечора.